такой старый добрый анекдот, который в свое время рассказывал Сергей Сергеевич Куртовских, президент Московской Федерации джиу-джитсу, председатель коллегии судей Российской Федерации джиу-джитсу, заслуженный тренер России, судья международной категории. Анекдот следующий. Попадает известный спортсмен-борец после ухода из жизни в рай. Приходит, смотрит замечательные спортивные сооружения, спортзалы, татами, все условия для тренировок. Тренируется, думает, как хорошо-то, даже лучше, чем в жизни. День, два, неделю, месяц. Встречает своего бывшего приятеля, с которым были знакомы еще вот в реальной жизни. Спрашивает, как ты? Говорит, да здорово, отдыхаю. А ты что? А я в зале, говорит, тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. Он, да, какие, говорит, соревнования? Я вот сам хочу узнать, как, скоро ли будут какие-то соревнования, где можно выступить. Друг на него посмотрел и говорит, ты знаешь, соревнований у нас не бывает. Как? Почему? Такая спортивная база. Это все просто. Судьи в рай не попадают. Вот такой анекдот о том, что судейская работа тяжелая, вот иногда не очень благодарная. Меня сюда позвали, чтобы я ассистировал, и все. То есть, просто так, по сути. За 300 рублей. Еще и за 300 рублей. Что лучше всего делает Дукалис? Ассистирует. Синий пояс по ассистированию.